Завернись в полотенце. Кровать каменная. Почему? Ты, да? Ну, матрас, кровать каменная, ты что? Опа! Кровать каменная, но матрас-то не каменный. Матрас нет. Ну-ка, прыгай на кровать. Слушай, вообще, заметила, круглые, как у нас дома. Да. Блин. Я даже ни грамма не жалею, что я баранку крутил почти трое суток. Отпуск начался. Да. Просто, ребят, столько увидели, а сколько еще предстоит. И меня сегодня обгонял 98-й регион. Питер. Поливал, наверное, километров под 160. Это нас зовут? Выйди, спроси. Hello. Quebec is your family? No. No problem? No problem. Okay. Спрашивает или Оптимус его не обидит? Да. Я бы себя не просил, если бы мы сюда не поехали. Это светильники? Да. Какие-то хитрые. Где у него кнопка? А, вот. Все, нашел. Не хочет. Что такое? А, все, вот. А с этой стороны? У тебя вот. Ага. Слушай. Точно. Вов, пойди поговори с ними. Может быть, они хотят сфотографироваться, может, боятся. Хорош лайк. Да, попробуй, ну. Убрали. Я второй тоже убрала, да. Коврики. Ну, чтобы жужка мне испортила коврики. Да. Тут, во-первых, пол такой. Прохладный, да, вообще отлично. Ну, это все просто, это я не знаю. Это, ребят, смотрите. Камень. Это все порода. Камень. Все камень. Вот такой матрас. Вот. Полочки. Свет. Ага. Это вот проходной выключатель. Играешься? Вообще. Слушай, надо... Ну-ка, плазму включи. Сейчас посмотрим. Алло, мадам Брэсман? Алло, это какой-то кино для взрослых. Еще же не вечер. Не говори. Что, сейчас будем ставить чайник. Так, а что у нас здесь? Это холодильник? Да. Мини-бар, наверное. Холодильники. Да. О-о-о. Это все можно пить? Ну, все безалкогольное, пить? Да. Дай попить, пожалуйста. Я не хочу. Что тебе? Такой? Наверное, такой лучше. О, почему открыт? Он не открыт, это просто... А, это вода натекла? Да, чуть-чуть. Кофе утром. Я говорю, ребята, это нечто. Это нечто. Ну, особенно, когда 3000 километров баранку перед этим вообще крутил. Вообще. Ты как султан. Здесь даже сам колорит, вот, ну, то, что... Ну, это же природа. Просто вырубили в скале, и все, не надо ничего делать. Мастер...
выдолбил, положили плитку, и вот это все сделали, и все. Возьми, пожалуйста, мою баночку тоже. Камин, я думаю, это потому, что когда приезжают нет, зимой. Нет, можно пойти. Почему? Можно сейчас топить. Я ты думаю. Замерз? Нет. Зачем нам камин? Сейчас отдых, все. А ой. Зачем нам кузнец? Да, нам кузнец, кузнец не нужен. Нирвана. Так, на расслабоне можно и голову разбить, потому что реально это камень же, и так, если долбануться башкой, поэтому... Не делать резких движений, да? Да, не делать резких движений.